Привет! Вы на канале про продукт. Как разными способами чистить апельсин? Для многих детей и взрослых солнечный цитрус выступает аппетитным лакомством. Но для некоторых чистка апельсина превращается в пытку. Они боятся испачкать брызгами сочного фрукта себя и находящихся рядом. Некоторых останавливает слишком плотная кожура. Но все проще, чем может показаться. Важно знать несколько приемов, как чистить апельсин. С приобретением опыта процедура будет занимать не более полуминут. Покупка. Чтобы апельсины было приятно кушать и можно было их быстро почистить, нужно покупать качественные фрукты. Зрелый цитрус плотный и тяжелый, а его оранжевый цвет яркий и насыщенный. Бледноватая желтоватая кожура, имеющая зеленые участки, имеет низкие вкусовые характеристики. Очистить такой плод сложно. Фрукты в пятнах или с морщинистостью развалятся в руках по долькам, покрытым плотной оболочкой. Три способа чистки. До использования любой техники плод подготавливают, чтобы легче воздействовать на кожуру, а мякоть была максимально сочной. Выложенные на доске или столешнице фрукт накрывают ладошкой и прижимают. Вторая рука должна раскручивать цитрус 15 сек с умеренным давлением. После этих манипуляций выбирают, как чистить плод. А если в качестве инструмента использовать руки, вначале следует срезать небольшую крышечку на одном полюсе сферического фрукта. Этого одна рука фиксирует апельсин. Большим пальцем второй руки, установленным на срезе, совершаются проталкивающие движения под кожурку, внутренности на глубине при этом не касаются. Пока апельсин прокручивается в руках, кожура отделяется от мякоти, но шкурка пока не удаляется. Действие совершается пока достаточно длины пальца. Следующим этапом отрывается все ненужное, процесс завершается. Мякоть остается целой. При большой плотности кожуры, чтобы почистить апельсин, используют острый нож. Срезается верхушка, на этом месте на глубину делается надрез. Кожурка срезается с фрукта спиралевидно. Каждая лента должна быть шириной в 2,5 см. Нож двигается так, чтобы не задевать мягкие дольки. В этом способе требуется тренировка, после которой кожуру можно будет чистить за примерно 20 секунд. Отходом производства станет один равномерный лоскут. Если апельсин имеет тоненькую кожуру, этот метод неприменим. С помощью неглубокой столовой ложки. Очищая апельсин от плотной кожи на верхнем и нижнем полюсе, вдоль фрукта от одного полюса к другому делают разрез, чтобы он был неглубоким. Мякоть не затрагивают. Чистить фрукт требуется ложкой, вставленной под кожурку. При помощи мягких движений шкурка отделяется, а мякоть остается. Правильно чистить получится, когда кожица сходит как один лоскут. Гармошкой. Быстро чистить апельсины получится уникальным методом гармошки. Продукт вымывается. Верхние и нижние кружочки с обоих полюсов срезаются ровными. До мякоти стараются не дотрагиваться, чтобы не дать вытечь соку. Аккуратно надрезают. Плод повдоль. Разворачивают кожурку гармошкой. В следующих действиях будет легко отделить дольку от дольки. Этим вариантом хорошо пользоваться мамочкам с малышами. Ребятишки за считанные секунды получат ароматную вкуснятину. Методика также обеспечивает чистоту рук. Следует понимать, как правильно чистить апельсин экспресс-методом. Режется только кожура. Важна неторопливость, чтобы не было повреждений тонких междалевых перегородок. Для салата. Любая методика выбирается в зависимости от использования продукта. Если цитрусы подаются к столу в качестве десерта, и важно сохранить целые дольки, используются варианты посложнее. При приготовлении салата не обязательно чистить фрукт тщательно. В этом процессе важна скорость. Поэтому кожура срезается с помощью ножа с острым лезвием. Руки совершают ровные движения. Оставшаяся мякоть режется в виде колец, либо разделяется ровными сегментами. Значение имеет вид блюда и ингредиенты, которые входят в его состав. Совершают манипуляции с высокой скоростью. Разделочная доска не должна быть в соке. Для эффективности процесса вначале срезается верхушка, после чего с постепенным перемещением вниз кожура надрезается по спираль и снимается в одно движение. Понравилось видео? Подписывайся на канал.